Не сжигает мосты и сам Зюганов, который заявил, что не примет предложение занять пост в ельцинской команде, если не будет иметь достаточно полномочий. Таким образом, не исключено, что после поражения на выборах лидеры левых не прочь разменять оппозиционный пафос на значимый пост в правительстве. Проблема лишь в цене. Евгений Ревенко, телекомпания. В том, что не только в рядах левых, но и в головах у некоторых из них, как говорится, не все в порядке, многие могли убедиться в четверг, когда состоялась очередная пресс-конференция одного из лидеров Компартии, председателя Думского комитета по безопасности Виктора Илюхина, который вообще в последнее время практически каждую свою пресс-конференцию превращает в скандальную сенсацию. Но на сей раз господин Илюхин, кажется, просто превзошел самого себя. Стало известно, что группа высокопоставленных офицеров ЦРУ в составе 18-20 человек во главе с полковником Полом Гейбертом с 10 июня 1996 года находится в Варшаве для подготовки специальных подрывных операций в Белоруссии. Суть операций следующая. Первое. Создание в городах Минск, Орша, Витебск, Могилев забастовочных центров типа «Польской солидарности». Данные забастовочные комитеты 1-9 августа 1996 года должны поднять первичную волну политических и экономических забастовок во всех крупных городах Белоруссии. В ходе акции уличного сопротивления, я особо обращаю на это внимание, планируется убийство одного или двух лидеров национального движения Белоруссии, а точнее представителей Белорусского народного фронта, которым отводится сегодня роль великомучеников, а организатором этих преступлений и этих убийств в прессе в последующем будет объявлен президент Александр Лукашенко. С целью освещения уличных демонстраций будут подключены, по первоначальным оценкам, 14 общеевропейских и американских средств массовой информации, в том числе российские НТВ, Вести и программа господина Сванидзе «Зеркало». На эту акцию выделено уже, по нашим оценкам, 254 тысячи долларов. Но я думаю, что это первый взнос, и эта сумма может быть увеличена по мере потребностей в деньгах. Заключительной частью операции должна стать постановка вопроса в Верховном Совете Беларуси об импичменте президента Беларуси Александра Лукашенко. Стало известно, что приблизительно с 50 депутатами Верховного Совета сегодня ведутся переговоры в этом направлении. По сценарию данных операций, апогей планируемых событий должен прийтись на 15-18 сентября 1996 года. ЦРУ отреагировало на обвинение Илюхина как нонсенс и полнейший абсурд. Госдепартамент США назвал их безосновательными. Министр внутренних дел Польши Збигнев Семиатковский расценил информацию Илюхина как вздор, а КГБ Белоруссии, даже КГБ Белоруссии, заявило, что не располагает данными о подрывной деятельности ЦРУ. Вот так. Показательно, что заявление Илюхина было опровергнуто не только официальными представителями США и Польши, но даже представителями Компартии Белоруссии. Так что, кажется, эта пресс-конференция поставила крест на прежней рефутации Илюхина как человека информированного и создала вокруг него ареал человека некомпетентного. Достаточно заметить, что один из лидеров коммунистов всерьез говорит о том, что все оппозиционные партии Беларуси, нашу телекомпанию НТВ и российское телевидение можно купить оптом всего за 254 тысячи долларов. Если вы смотрите, господин Илюхин, нашу передачу, ну, я просто к вам обращаюсь, говорит, ну, это обидно. Неужели вы действительно думаете, что мы так дешево стоим? Или булгаковскими словами могу вам сказать, поздравляю, гражданин Саврамши. Ну, а если всерьез, это вопрос, который можно, кстати, переадресовать всем руководителям Компартии России, которые так любят сетовать на предвзятость демократических средств массовой информации
по отношению к Компартии. А какого, извините, отношения еще вы хотите и заслуживаете после подобных заявлений? Подумайте об этом.